Встреча началась с презентации директора Венспусского техникума Кристины Вагнера, которая осветила основные проблемы профессионального образования. Наиболее важные из них – это низкие зарплаты педагогов. Это особенно чувствуется именно в учреждениях профессионального образования, так как все чаще преподаватели выбирают работу не педагогом, а в отрасли, специалистами которой они являются. Несмотря на то, что Венспус один из первых начал реализовывать программу по внедрению практики в профессиональное обучение, соответствующего закона, регламентирующего этот процесс, все еще нет. Проректор Венспусской высшей школы Гита Ревелда рассказала о планах, которые Венспус стремится осуществить до 2020 года. Так как приоритетным направлением Венспус выбрал развитие сферы информационно-коммуникационных технологий, то ожидается, что к этому сроку количество работников в этой отрасли должно увеличиться в 6 раз. В 2012 году таких было 217 человек. Одно из пожеланий проректора вуза – это увеличение количества бюджетных мест на факультетах информационно-коммуникационных технологий и, соответственно, обеспечение студентов, обучающихся по программам, приоритетным для государства, соответствующей стипендией. Венспусы к развитию ИКТ-отрасли подходят комплексно. Это отметил и руководитель управления образования Алдис Лавинскис. Уже в детских садах детей постепенно приучают к высоким технологиям. Во всех учреждениях дошкольного образования установлены интерактивные доски и другие мультимедийные технологии. Не отстает и образование по интересам. В Доме творчества, где занимаются 1700 ребят, все больше предложений именно по техническим кружкам. По мнению Алдиса Славинскиса, на выбор технических, инженерных специальностей влияет и тот факт, что уже в школе дети углубленно изучают природоведение. И если в 2005 году на гуманитарные программы пошли учиться 77% учеников, а на технические 23%, то в прошлом году гуманитариев стало уже 61%, а техников – 39% выпускников средних школ. Также Алдис Лавинскис рассказал министру образования о том, как в Венспусе осуществляется программа по работе с одаренными детьми, ведь на государственном уровне такой программы нет. В прошлом году на работу с одаренными детьми самоуправление выделило 554 тысячи евро. Работа по одаренным детям у нас начинается с дошкольных учебных заведений, где работают со всеми детьми. Первые три класса работают со всеми детьми, а потом с четвертого класса это уже добровольно, значит, есть возможность этим детям идти факультативно и ну, особо работать над, ну, над своими способностями. Это делается не по территориальному принципу, это какая-то особая структура надшкольная, да? Да, это такая единая для всех структура, которая охватывает все школы, и еще через год охватит все классы, все группы классов, пока они еще некоторые не охвачены. Поэтапно каждый год добавляется. И когда эта вся система будет создана, тогда будет примерно охвачено 60% учащихся всех школ, всех, кто хотят. Это не будет так, что одной школой работаем, другой не работаем. Такой подход не может быть. Коснулись и самой наболевшей темы – новой системы оплаты труда учителей. Министр обещает, что в новой модели сохранится принцип «деньги следуют за учеником». Мы, город, мы не знаем, что за эта новая система оплаты труда, которая где-то там апробируется в Латвии. Мы об этом никак не информированы, и в результате этого ни мы знаем, ни учителя знают, ни руководители школ, никто этого не знает. Это нам кажется абсолютно неприемлемым и непонятно, почему такая секретность. Есть два главных принципа. Первый, чтобы в основное рабочее время учителя были включены не только в контактные часы, как это сейчас, но и время, которое учителя тратят на подготовку к урокам, работу со школьниками и их родителями. Сейчас эти обязанности трактируются как дополнительная работа. Не все учителя получают за это деньги. Это первый принцип. А второй, мы смотрим на ситуацию в масштабе всей Латвии. Возможно, наблюдается различие в размере зарплат, даже если в школах одинаковое количество детей, учебная программа. Обсудили и, по мнению председателя Венспусской городской думы Айвара Лемберга, нелогичное распределение финансовых средств в системе образования. Планируется 21 миллион евро для создания в каждом городе, где есть государственная гимназия, эксцеллентной школы, именно гимназии. Остальным школам деньги не получат.
Речь идет о какой-то сумме от Евросоюза? Да, там 20 миллионов от Евросоюза. Я считаю, что такой подход абсолютно неправильный. Нельзя создавать одну особую какую-то школу, а остальные оставить как бы второсортными. И получается, тогда дети делятся на какие-то особые и какие-то второсортные. И родители, соответственно. Такой подход абсолютно неприемлем. Частично так и происходит. Но не со всеми активностями, о которых говорил господин Лемберг. О них нужно дискутировать. Дискуссия должна проходить между государственными учреждениями и самоуправлениями. По окончанию встречи с представителями сферы образования Венспилса и Венспилсского края министр попросил каждого из участников дискуссии назвать главный приоритет в системе образования. Проректор Венспилсской высшей школы подняла финансовый вопрос и подчеркнула, что средства надо вкладывать в приоритетные отрасли образования. Алдис Лавинскис указал на отсутствие в государстве общего видения системы образования. Директор Венспилсской музыкальной школы пожелал большего сотрудничества между министерствами образования и культуры. А председатель Венспилсской городской думы Айвар Лемберг призвал министра образования заняться вопросом аккредитации учебных программ высшего образования. Сейчас их в Латвии около 800. По его мнению, если к вопросу аккредитации подходить строже, то это существенно повлияло бы на качество высшего образования в Латвии. После визита в городскую думу министр образования Марита Сейла посетила Венспилсскую высшую школу, где ознакомилась с работой вуза и развитием космической сферы, побывала в Венспилсском техникуме, где обсудила накопившиеся вопросы более подробно. Анита Рыжик, Инс Жодзинш, Курзумское телевидение.